Всем привет, это Чернореченское водохранилище. По последним данным запасов здесь более 50 миллионов кубов уже воды. Ну, мы можем видеть по заполнению, что под воду ушли целые деревья, которые выросли здесь за то время, когда воды было меньше. То есть, ну, за последние годы, вот эти, с 2014 года, это рекордное заполнение, можно сказать. Вот видим, даже дорога идет грунтовая, она уходит под воду. Вот она идет, раньше по ней ездили. Теперь все. Теперь она ушла под воду. Вот наши любимые кольца. Ну, сквозь воду их видно, но они уже конкретно под водой. Это не может не радовать. Заслуга в этом как осадков, так и, в общем-то, Бельбекского водозабора, который позволил нормально накапливать еще зимой во время паводка, когда не было мощных осадков. Так, это река Бага. Уже несмотря на то, что даже по меркам Крыма у нас устанавливается жаркая погода, пока что продолжается приток воды. Когда были мощные осадки, под мостом забился проход, и, собственно, вода начала переливаться через мост и наделала проблем. Но мы уже, когда тут проезжали, уже все устранили. Так сейчас выглядит река Черная в районе села Родниковая. Вот видим, как во время мощных осадков снесло забор ограждения водохранилища. Вот на данный момент на отметке в районе нуля уровень воды в речке. Но приток продолжается. Кстати, знакомые камни. Это все принесло с гор течением. Тут даже некоторые подземные источники продолжают еще работать.
Вот мы в районе Родникова взлетели. Здесь Черная речка. Ее устье. Вот даже ушло под воду, ушла под воду опора линии электропередач. Вот видите в центре кадра. Тут стоял трансформатор и опора. Но сейчас вроде как она не запитана, не подключена. Но сам факт, что их когда-то здесь поставили и не ожидали присутствия воды здесь. И вот она здесь речка, которая в прошлый раз грозилась выйти из берегов. Тут даже отсыпали грунт, чтобы дома не затопило. У меня есть видео про это. Когда начинался потоп, мы выехали и проехали по всем местам еще до начала такого мощного потопа. Сейчас вот это русло, как видим, сухое. Переместились на пруд Туристский. Вот это место, которое я вам показывал в прошлом обзоре, когда он был полный. Вот тут мешки были. Сейчас здесь отсыпали грунтом достающую высоту плотины. Вот. И, ну, уровень, в принципе, снизился по сравнению с прошлым разом нашим. Вот сейчас я вам покажу флагшток. Ну, и можно будет сравнить с предыдущим видео, где была вода ранее. Где-то в районе 5-6. Вот такая обстановка по воде в Байдарской долине в середине лета, в середине июля. Воды везде достаточно, благодаря прошедшим мощным осадкам. Ну а на этом у нас на сегодня все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала и всем пока.